Всем привет! Сегодня мы будем играть в каталог, но, кстати, у меня скин. Короче, что мы просто играем в каталог. Это скин мечты, анимация тоже мечта, просто моя. Скин очень красивый, по-моему. Выглядит прям бомбезно. Вот столько у меня сохраненных нарядов. Давайте я наношу этот. Этот, кстати, тоже красивый. А еще такой есть. Вообще. Ха-ха-ха. Да. Он, правда, не очень хорошо получился. Короче, вот такой вот скин. Он мне как-то меньше всего сейчас нравится. Просто вот это просто няшка. Просто няшка, няшка, няшка. Мне он больше всего нравится. Вот. Я хочу сделать какой-то стиль, не знаю. Даже, если честно, в каком. Просто в стиле. Каком-то. Вот. Рожу давайте. Хосе. Можно это, в принципе? Эту штуку, рубашечку. Надеть. Все выглядит как-то странно. Странно. А теперь я пока что надену эту белую маечку. Можно, в принципе, надеть эту штуку. Кстати, называется Wade. Прикольно. В принципе, штаны такие будут. Я потом, наверное, сверху еще шорты. Короче, надену. По майке. О, что это такое? Господи. Что это? Ладно, это пусть будут штаны такие. Ужас, хотя нет, лучше пусть трюки. Кстати, вот это и вот это прям супер сочетаются. Ща. Лево сочетаются. Ну, сейчас я это вряд ли буду надевать. Хз, как-то, знаете, хз. Возможно, что возможно такое? Вот это и это. Блин, что мне так лагает? Вроде норм. Сочетается. Пусть оставим что-то такое. Волосы. Обязательно волосы. Мне кажется, сюда подойдут черные. Подойдут. Черные такие волосы. Кстати, да, подходят рил. Блин, у меня игра что-то залагала немножко. Вот такие вот волосы. Рожа у меня такая вот будет. Я люблю это лицо. ХЗ, правда, почему я раньше не покупала? Аксессуары все. Ой, нет. Куда я тыкнула? Вроде бы норм. Анимацию я такую оставлю. Мне кажется, можно, в принципе, Хэдлс. Большой надо писать команду. А нет, с маленькой нужно команду, господи. Хэдл. Господи. Непон. Хэдлс. Хэдлс не работает. Какого это еще фига? Не понял. Ну, Корблокс попробуем. Ничего не понимаю. Что, удалили, Рил? Блин. Ой. Корблокс. Ну, Корблокс хотя бы работает. Вот Хэдлс куда дели, Хэдлс. Еще раз. Хэдлс. Пойду за хлебом. Ладно. Без Хэдлса подоживу. Не сдохну. Господи, что за живот? Айпад. Че? Давайте, а че? Читается, очень прикольно выглядит.
Можно еще и... Что можно за... Господи. Женский свитер. О, Господи. Куда мир докатился? Бум-бум. Ага, ладно. Просто бум-бум. Можно еще и рога прицепить. Дьявол буду. Ладно, выглядит, мне кажется, как-то не очень сочетается. А так штука прикольная. Ножем нам два, но он у меня будет в инвентаре. В принципе, о, я это могу надеть. Валькирия. Прикольно, мне кажется. Вот такой вот скин получился. Хотя ладно, давайте анимку поменяем. Раз уж так все пошло. Это Валькирия. Какая анимация тут подойдет? Хосей, если честно, как-то. Нужно сейчас найти. Все. За ним анимация. Господи. Анимация. Ладно, все. Ржать. Ищем. Анимации полно. Могу, в принципе. Попробовать вот эту. Ну, норм. Нормик, нормик. Правда, она ходит странно. Ну, ладно, и так подойдет. Вот такой вот у меня скин получился. Да. Фон. Блоки. Ох, красота. Такой вот скин получился. Давайте я его сохраню. И сделаю себе другой скин. Все, скин сохранили. Теперь все ремуваем. Корплекс тоже. Так. Ну, в принципе, вот это вот у меня основа получилась для скина. С самого начала я хочу выбрать себе какие-то волосы. Давайте этот скин я сделаю в красном стиле. Кажется, будет с норм. Правда, лицо не очень подходит. Ладно, это потом решу. Пока что оставлю. Хотя не, ну волосы мне как-то, если честно, не очень понравились. Как-то не сочетается. Блин, а что я удалила-то? Что я удалила? Волосы? Ну, я волосы удалила, что еще мне удалять-то? А, голова, голова. Трэш. Что мне с этими волосами делать? Не орел залагала. Нет. Вроде залагала, а вроде нет. Я не понимаю. Что там так? А, мне теперь надо найти эти волосы. Где они? Его нашла? Все, наконец. Слушайте, можно такие еще. Мне вкус просто каждую секунду меняется. Мне кажется, эти волосы довольно-таки очень даже красивые. Довольно-таки очень даже. Да, одежда. На эти вот любимые штучки за 5-10 румксов. Не начала. Кто сказал, что нельзя? Вот именно, никто. Ой-ой-ой, смотрите. Какая не деловая колбаса. Это как-то слишком откровенно. Давайте надену это и вот такие вот штаны, мне кажется, подойдут. Сейчас я только анимацию хочу поменять, она мне что-то не очень не зашла уже. Так, что я мультимедию-то включила? Можно, в принципе, эту анимацию. Чисто те самые джамперы с ледокрылом, вот такие вот прыгают, которые... Так, анимация норм. Ну, не знаю. Давайте я свою любимую поставлю. Вот люблю эту анимацию у магов. Ладно, хотя, ну ладно. Ну ладно. Гениально.
заходим в одежду. Мало ли сейчас что-то. Кажется, волосы какие-то уже не очень подходят. Ну ладно. Что-то сейчас найду. Я уже передумала. Вот эту вот штуку одевать. Можно, слушайте, можно надеть это. Чисто для майки. Не, как-то не очень. Могу сделать голову персонажа. Да. Легко. Все, голый персонаж. У меня голенький. Белаш. Белаш. Голенький. Ха-ха. Ладно, все. Пусть пока что будет по голой, а что это? Я девочку мне можно? Что это? Да не, ну это точно покупать надо, это сколько стоит? 5 робок, сколько это, когда будет 5 робок, я это обязательно куплю. Я девочкам не можно, не можно. Да, я девочка, мне все можно. Так, и еще эту вот штуку. Красота. О, рожу хочу поменять. Вот, в аксессуарах должно быть что-то. Во лицо, лицо, вижу лицо. Что это такое? О, господи. Трэш, трэш. Вот это вот точно надо. Я люблю вот это вот. Вот эти вот очки. Мне понравились. Можно еще и это. В принципе. Скин довольно-таки миленький получился. Тоже можно сохранить. Вот. Ну вот с этим, вот с этим вот ничего не сравнится. Еще я даже звездочку пас. А, нет. Звездочка. Звездочка. Такой вот скин. Я девочка, мне можно просто бомбезно. Интересно, сколько этот скин стоит? Давайте я его сохраню и посмотрю. Если у меня будет 100 коробков, я этот скин обязательно куплю. Куплю. Это 500. Ну, в принципе. Если будет 800 робоксов, я могу купить. Хотя, мне на DRD10K задонатят, я куплю такой скин. Хотя не, я могу 2 скина себе позволить. Я могу. Могу позволить. Я куплю этот скин и вот этот. Вот эти вот 2 фаворита. Вот так. Ладно, давайте третий для симметрии сделаем. Да, для симметрии. Только для симметрии. Ничего более. Че, что это такое? Я сейчас прикол надену, посмотрю. Что это за говно носорога? Ужас, трэш, трэш, трэш. Просто ужас из-за респекта этому создателю этой же фигни. Сейчас я... Как это? Фу-фу. Вообще трэш, 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 трэш. Так что не знаю. Сори, если разговариваю шепотом. Ой, мама. Ладно, все, посмотрели, хватит, пошли выбирать волосы. Волосы просто обожаю. Нужно, кстати, это. У меня есть идея, давайте я делаю своего персонажа, типа, как я выгляжу со стороны. Типа, себя я сделаю. Так, самое начало мне нужны темно-коричневые кудрявые волосы, длинные. Это у меня длинные. Мне бы их сейчас найти... Точно будет. Вот. Примерно. Есть это, в принципе. Но цвет не похож. Чё-то. Давайте еще пролистаем. Хотя, слушайте, я могу это совместить. Могу совместить. Мне кажется... Во, это рил похоже на мои волосы.
Можно еще, кстати, эту удалить. Да, похоже, похоже. Все, с волосами мы разобрались. Теперь одежда. У меня есть один лук, я этот лук обожаю. Мне кажется, я смогу его тут найти. Штаны примерно такие, только без звездочек. Как бы что есть, то есть. Что есть, то и сделаю. Извините меня. Так, штаны рил похожи. Майк у меня есть. Хотя стоп. Тихо. Я нашла штаны, которые еще более похожи на мои. Сейчас найду. Вроде это есть. Да эти более похожи, у меня прям такие же есть. И теперь майка. Майку я хочу. Какая у меня майка есть? Так, господи. Ищем. Давайте я сейчас... Грот и рот. Идеально. Рот прям. Есть такие? А ну-ка давайте посмотрим. Ну, у меня есть почти такая же, но нет. Можем еще поискать. Ищем. Я нашла. У меня такая же есть. У меня Рил такая же дома. Только без этой штуки, но все же это очень похоже. Так, вот так вот это выглядит. Теперь рожу хочу поменять себе лицо. Лицо. Ну, ты лицо. Лицо, давайте сделаем такое. Прикол. Хотя нет. Какая у меня рожа сейчас? Никакая. Вот такая вот у меня сейчас рожа. Всё. Так. Вот так. Я безликая на данный момент. Так, что можно купить? Точнее, не купить, а надеть. Сейчас. Давайте тогда безликие сделаем. Почему Бен? Потому что сейчас у меня никакая эмоция. А нет, это не подходит. Нужно белый. О. В принципе, вот такой вот у меня лук получился. Это чисто. Это Рил очень похоже на меня. Прям в точь, как я. Еще у меня рост 140. А тут я не знаю, наверное, 140. Прикольный очень скин получился. Я его обязательно сохраняю. Так. Блин, столько много скинов, а мне потом определиться, какой именно купить. Сначала я куплю двойной нож в ММ2. Вот, и потом все. Я куплю двойной нож и радио куплю. Нет, не для того, чтобы музычку слушать. Просто для того, чтобы у меня вот пес тут был, а нож вот тут. Вот и все. Вот вся трата будет на это. А остальная трата я, наверное, смогу позволить себе этот скин. Этот куплю. И вот этот. Три скина могу купить. Еще у меня был один скин. Где он? А нет, никакой. Ну, короче, три скина куплю. И все. Может и больше. Посмотрим. Сейчас примерно я не такая, конечно. Просто это мой самый любимый лук. Во-первых, волосы очень похожи. Правда, немножко пустота. Волосы такие же. По цвету практически такие же, только немножко темнее. Кудрявые. Лицо безликие, потому что у меня лицо каждую миллисекунду меняется. Вот такое вот это вот у меня майка. Она у меня дома есть. Штаны у меня прям такие же. Кстати, вот тут обеих черепушки. Черепушки. Вот так получилось. Мне кажется, очень даже прикольно.